После этого обращения сына Ямадаева я стал анализировать, смотреть на всех этих героев и понял, что из них лишь небольшая часть сегодня имеет благо этого мира. То есть то, ради чего они совершили предательство, вот получили это только вот небольшая часть. Это Кадыровы, там, Иудов, ну еще там несколько, да, Хамбиев. А большинство из них совершили этот акт предательства, надеясь на то, что будет почет в России, что их будут чествовать, они будут иметь власть. Но в итоге нет, они ничего из этого не получили. Это клич Ахмад Сила, он сейчас стал, вот как, вот есть шахада, да, вход в ислам. Ты должен засвидетельствовать, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад его раб и посланник. Ты вот это вот произнес, и с произнесением ты входишь в ислам, становишься мусульманином. Вот Ахмад Сила, это стало нечто таким вот подобным. Это такое высказывание, которое моментально тебя вводит в этот путь Ахмада. Ты видел обращение Ямадаева к Путину? Кстати, да, я видел обращение Ямадаева, сына Руслана Ямадаева, который сейчас сидит в одной из российских тюрем, и он записал видеообращение к Владимиру Путину. Чисто по внешнему виду, я скажу, скорее всего, он даже и не совсем трезв в этот момент. Я хочу обратить внимание на то, как он апеллирует к своим отцам, своим дядям. Он говорит: я сын героя России, нашей семьи, он говорит, трое героев России. И это ведь на самом деле действительно очень такое знаменательное событие, так как его отцы, они предали свою религию, предали свой народ и свое государство. Перешли на сторону России, там получили звание героев, и посмотрите, что с ними стало. Их практически, ну, по крайней мере, героев этих всех убили, а их дети сейчас сидят в тюрьмах и вынуждены обращаться к Путину за помощью. То есть, они потеряли мир будущий, однозначно, да, совершив акт отступничества. Но и то, к чему они стремились, то есть мир этот, благо этого мира, они к нему стремились, ради этого они совершили предательство, даже его, даже эти блага они в итоге не получили. Я после этого обращения сына Ямадаева, я стал анализировать, смотреть на всех этих героев российских, на всех наших предателей, и понял, что из них лишь небольшая часть сегодня имеет благо этого мира, то есть то, ради чего они совершили предательство, вот получили это только вот небольшая часть, это Кадыровы, там, Иудов, ну еще там несколько, да, Хамбиев. А большинство из них, Ямадаевы, Байсаров был Мавлади из 15-го Молсовхоза, его брат Шаарани, тот же Какиев, допустим, все они совершили этот акт предательства, надеясь на то, что будет почет в России, что их будут чествовать, они будут иметь власть. Но в итоге нет, они ничего из этого не получили. До чего же скверно их положение? Нет никакой надежды на мир будущий, и в этом мире они оказались невостребованы. Их, те, на кого они надеялись, они тоже их предали. Есть над чем задуматься? Задуматься вот как раз представителям этого пути, задуматься их потомкам. Подумайте, я думаю, что вас тоже ожидает приблизительно эта же участь. Ассаляму алейкум, ва рахматуллах. Тумса, как думаешь, почему вся верхушка в Чечне начали порочить Дудаева, ведь раньше они с уважением к нему относились? Ва алейкум ассалям. Ну, начали они это делать, потому что Кадыров дал такую установку. Но они даже не представляют себе, насколько нелепо это выглядит. Когда вы вчера... Во-первых, вы, многие из вас являются вчерашними сторонниками Дудаева, начнем с этого, как, например, Хамбиев. Да и сам Кадыров, его отец был муфтием во времена Ичкерии. А во-вторых, у самого Кадырова и у всех у вас есть вчерашние высказывания, когда вы вроде как очень комплиментарно высказываетесь о Дудаеве, и тут на тебе
Просто один парк имени Джохара, открытый в Турции, резко изменил это ваше мнение о Дудаеве. Это, конечно, смешно и очень нелепо. Тумзо, Рамзан использует именитых спортсменов как инструмент пропаганды. Я думаю, неплохо было бы обратить внимание народа, что Чимаев и Бетербиев никогда не тренировались в Ахмате просто на зарплате. Конечно, он их использует. И нельзя сказать, что это он делает безграмотно. Это имеет успех, использование успешных спортсменов для продвижения своей политики. Это, в принципе, ну, с их точки зрения, да, если мы будем поставим себя на их место, то да, они делают это, и это имеет определенные плоды. То есть это успешная работа. Конечно, на этом они паразитируют. Печально, что эти спортсмены участвуют в махинации. Вот что печально. Они не нуждаются в этом, им абсолютно это не нужно. Многие из этих успешных спортсменов, они были и были бы нашими любимчиками, мы бы их уважали, если бы не их заигрывание с этой властью. Возьмите того же Сайтиева Бойсера. Несмотря на то, что он не был там каким-то героем, да, он не участвовал в войне, и понятно, что он никогда не сравнится с этими нашими героями, но он все равно был любимцем целому народу, так как он брал эти медали, хоть даже несмотря на то, что он делал это под российским флагом, все к этому относились с пониманием, и он был в целом таким любимчиком у народа. И он не нуждался в том, чтобы становиться депутатом Госдумы, сблизиться с Кадыровым. Он и без этого абсолютно нормально жил, имел и финансы, там, и положение, и уважение, все у него было. Но видите, прогнулся, не устоял. Также и многие другие. Тот же Чимаев Хамзат, этот же Майрбек Тайсумов. Спортсмены, которые сделали свое имя здесь, за границей, абсолютно без какой-либо помощи и участия Кадырова, они не нуждались в нем. Но любой спортсмен, когда он достигает определенных высот, те моментально пытаются его использовать для продвижения своей политики. И вот здесь вот они, спортсмены, оказываются перед выбором либо отказать, а отказ ставит тебя уже в положение врага, они тебя уже оценивают так, и они поддаются. Плюс, пойдя с ними на эту коллаборацию, ты имеешь определенные плюсы, да, финансовые. В общем, они, к сожалению, большинство этих спортсменов, они не могут устоять перед этим и прогибаются. Но есть и те, кто так не поступил, их мало, но они все-таки есть. Есть, например, тот же Анзор Ажиев, который выступал в Польше, одно время очень успешно выступал. Он, кстати, является родным братом Рустама Ажиева, более известного как Абдул-Хаким Шишани, которому объявляли кровную месть, Тарсанакай объявлял. Он просто в какой-то момент не то что с ними не пошел на коллаборацию, а вообще отошел. И сейчас, насколько я знаю, даже не выступает. Поэтому хорошие примеры тоже есть. Их мало, но они есть. Я имею в виду, что пропагандистов нет вообще никакого основания писать Ахмат силы под их успехами, потому что они никогда не тренировались в Ахмате. Связи никакой там, но это надо обратить внимание. Это не важно. Там ведь не этим руководствуется. И сам этот клич Ахмат Сила, он-то не имеет никакого отношения, на самом деле, уже к этому спортивному клубу. Ну, имеет, но не только к нему. Это ведь уже стал такой девиз у них, в целом их пути. Что, допустим, министры какие-то, там, кричащие Ахмат Сила, они что, тренировались когда-то в этом клубе? Конечно, нет. Это клич Ахмат Сила, он сейчас стал, вот как, вот есть шахада, да, вход в ислам. Ты должен засвидетельствовать, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад его раб и посланник. Ты вот это вот произнес, и с произнесением ты входишь в ислам, становишься мусульманином. Вот Ахмат Сила, это стало нечто таким вот подобным. Это такое высказывание, которое моментально тебя вводит в этот путь Ахмата. Ты становишься как бы уже их человеком. И ты должен постоянно это повторять, чтобы напоминать и себе, и всем остальным, что ты до сих пор в их числе. А к самому этому клубу, к тренировкам, это уже давно как бы какого-то, ну, прямого отношения не имеет. Точнее, не только к этому имеет отношение.